Этот план с донесением найден в 18-м году на убитом подростке в Буденновке. От этого листа пахнет тайной, кровью и приключениями. Опасный для юношества документ. Вы уверены, что никто не вернулся? Уверен. С этим отрядом погиб мой лучший друг, можно сказать, брат. Веком, читай. На этом листе есть донесение. Ревком Епифанцеву. Сообщаю, что выйдя из Усть-Лагорской станицы всего 1 июля достиг района местонахождения. Товар есть. Как? Я и двое ребят нуждаемся в помощи. В случае отсутствия в самое ближайшее время крышка. Тут все расплылось, стерлось. Фриц Себин, колонист. Лбу шрам крестом. Инженер Шетман. Погибнем август. Август 18-го года. Да-да. Жаль. Подпись командира стерлась, не разберешь. Это призыв о помощи. Но дошел он до нас только 24 года спустя. Все же мы организовали розыск. Ну? Но мы шли. Пока эта карта вела нас. Но дальше с половины пути карты испорчены. Пришлось вернуться. Немцы, партизаны, все это звучит сегодняшним, 43-м годом. Но ведь это 18-й год. И Алтай. Нет, дядя, это все по вашей линии. Мы геологи здесь ни при чем. Трудно сказать. Я не на бумагу с партизанским донесением. Да нет, наоборот. Золото? Золото. Аурум, это иностранный анализ какой-то золотой руды. Выпущенный неизвестной лаборатории. 75-100 граммов на тонну руды. С ума сойти можно. Неужели? Жаль, что руда не наша. А почему не наша? Наша. 75-100 граммов. Слушайте, друзья. Надо организовать разведку. Вот для этого, профессор, я и пригласил вас. А? Вот да-да-да. Согласен. С восторгом. Считайте, что золото наше. Солим хавзга, гагмас хавсом. Что это значит, Солим? А это по-грузински. Есть у меня жена, да только на том берегу. Ведь карта испорчена. А горы Алтай обширны. Куда это? Да. Карта испорчена. Но у меня появились добавочные данные. Приведите капитана. Что за капитан? Сейчас увидишь. Смотри. Немец в форме? Он ее прятал под длинным плащом. Откуда? Кто он? Он был взят в плен под Смоленском. Бежал. Давно у вас этот крест? За компанию во Франции. Я говорю не об этом, а о том, что у вас на лбу. Это польская компания. Он выглядит старше. Простите, школьная привычка. Да, от нее трудно избавиться. Почему вы бежали из лагеря военнопленных? Я уже объяснял. Я хотел вернуться в ряды германской армии. Для солдата... Очень похвально. Но для этого нужно было бежать на запад, а не на восток. Я уже объяснял. Я хотел перейти границу Китая, оттуда в Японию. Я думал, так будет лучше. Но ведь Япония от Германии отделяют три океана и два флота. Американский и английский. Я уже объяснял. Я думал найти средства в Японии. Или на Алтае. Я вас не понимаю. Вы
Вы вернулись на Алтай спустя 24 года, чтобы... Я никогда не был на Алтае. Для того, чтобы добыть средства. Золото. То золото, которое вы переправляли в Китай в Шульце. Из рудника, известного нам обоим. Нам известно все. Все, кроме пути к руднику. Значит, вам не все известно. Укажите нам этот путь. Может быть, в натуре вам будет легче вспомнить. Мы отправимся туда вместе с вами, господин капитан. Слушаюсь. Беру его с собой в экспедицию. О донесении писал начальник отряда, член рептройки, отец. Да, твой отец, Егор Перекресток. А вот, возможно, тот, кто 24 года тому назад погубил твоего отца и его отряд. Раньше срока. В степи дорог много. Куда коня повел, там тебе и путь. А здесь горы. Все тропы наперечет. Значит, изловить нас легче легкого. Петру, пойдете в обход. Сигнал руки вверх. А кто же нас ловить будет? И куда мы путь держим? Все скажу, старик. А пока, ребята, клади оружие. Как это так? Проверю все гранаты, наганы, винты. После спрашивать буду. Предупреждаю, обижаться поздно будет. Ну ладно. А куда класть? Давай, давай, да, давай. Серединку давай. Вот. Давай. Потом... Ну а ты? Пожалуйста. Правильно окрестил тебя, Вася. Гармонисты, а не партизан. И сам ты какой-то разнолапый. Вот тебя и спрятал! Спокойно. Спокойно, Вася. А, попались, супчики. Так. Белого казачьего мякиша захотели. Кто командир? Я командир. Коммунист? Коммунист. Холера, взять. Виновен, ребят. Умирай спокойно, Егор! Старик, рот забью! О, борода, так борода! Старовер, что ли? Старое, не верю. Ну,
сердцем принимаем. И возьмите этого дурака. Мы не торопясь. По одному. А ты кто? Здоровый. Казах, что ли? Куда вам, казакам? Рыбак я. Это взять. Дочка. Не тронь. Сам уйду. Мы не торопясь. Ну? Алексей Гужинский. Пароль? Сама. Все задание. Господина Шетмана. Задание Шетмана. Молодцы! Лихие ребята! А ты? Опять Шетман. Как видишь, на кого же он работает? Не знаю. Знаешь, против нас. Этих допросишь? Нет, вряд ли они что-нибудь знают. Это информаторы. А таскать их по горам опасно. Убрать! Пусть у тебя за них, Егор, голова не болит. Что, отец, значит, в новое верим? Да. Ну? Ну? Счастливо. Будь здоров. Эх, парень. Хорош. Кто это? Кто это? Член рефтройки. Епифанцев. Ну, хлопцы, счастливо! Проверку простите, ребята. Так. Время смутное. А дело мое серьезное. Понятно, понятно. Все мы люди пришлые, друг другу незнакомые. Наш ревком узнал, что в синь. Дзянь, откуда-то с Алтая прибывают караваны с золотой рудой. Теперь думайте. Рудники и прииски мы у хозяев отобрали. На золото посадили верных людей. А караваны все идут. Значит, есть такой рудник, о котором мы не знаем. Скрытый. Пытались дознаться, не вышло. Тут каждый камень, каждая тропа, каждый встречный куплены. В горах орудует огромная шайка. А чья, не знаем. Ну, есть там кое-какие концы, но это еще не все. Их много. А нас пять. А как же мы? Ничего. Нам бы только дорогу к руднику узнать. И сразу в обратно. О, все. А золото нашей стране знаете, как нужно? Знаю. О, айда, поконим! Можно, конечно, послать 500 бойцов, но нет смысла. Давай, ну. Если спугнем, поверх не найдешь.
верный коню дышу я, шагом выступая. Замчался конь стрелою, избам завернул. На бледном лице я твоем читаю страдания любви. Во сне я вижу, мы вдвоем при блеске яркой луны. При блеске яркой луны. В чем дело? Что там видишь? Луну и больше ничего. А что вам еще надо? Он врет, не верьте ему, Майер. Он видит еще там собаку. Она собирается выйти на Луну, и вы можете ей составить компанию, Майер. Мальчишка! Я снимаю свой отряд. Ваша политика, Шетман, ни к черту не годится. Где Герр Шульце? Где шеф? Он должен быть здесь, сейчас. Второй месяц мы блуждаем в горах, ждем какой-то партизанский отряд. Никто не знает, когда он выйдет и выйдет ли он вообще. Люди волнуются, измучены. Вы ничем не рискуете, а мы все отберут, дома, скот, мельницы. Где Герр Шульце? У вас плохая память, друзья. Мы переселяли колонистов в Россию не для обогащения. Вам все куплено за наши деньги. В счет будущих благ дядюшка Майер получил из нашего фонда в 1909 году 7 тысяч долларов. В 16 году я привез ему 20 тысяч долларов. Такие деньги, друзья, надо отработать. Сколько, сколько? Не в этом дело. В этих деньгах я отчитался перед Герр Шульце полностью. Ну, положим, не полностью. Откуда вы это знаете? Я этого не знаю. Но я знаю вас, Херр Майер. Так вот, Эббинг, перестаньте портить нож. Вы мне действуете на нервы. Простите, школьная привычка. Так вот, предупреждаю. Что вы нарушаете прямые указания Герр Шульце. И вы знаете, что это значит. Приказ Герр Шульце для нас закон. Неужели он нами недоволен? Но поймите, Шетман, открытое сопротивление новой власти сейчас невозможно. Герр Шульце обещал мне, что в случае благоприятного исхода операции начальники отрядов получат по 10 тысяч долларов. А рядовые по 1000. Так бы сказали сразу. 10 тысяч можно ждать. Хоть целый год. Вам, вероятно, очень нужны деньги. Хотелось бы знать, что я, начальник отряда или рядовой? Часто вы просто болван. Да? Прошли. Ну вот. Ждать больше не будем. Отряд Перекрестного прошел мимо нас. Друзья, запомните приказ Герр Шульце. Отряд Перекрестного должен исчезнуть без всякого шума. Иначе через 10 дней мы будем иметь дело с регулярными частями Красной Армии. С
Смотря куда он направится. Дороги всего две. О каждом его шаге нам будет известно. Как? Это мое дело. Да, но перед такой серьезной операцией нам следовало бы повидать Горшульца. Да. Он нехорошо с нами поступает. 2 года мы работаем на него, он даже познакомиться не хочет. Тут я ничего не могу сделать. Я сам его никогда не видел. За мной! Смертью не отделаешься. Добрые. Ты кто? Проходчики мы. Так. Никодимова. С родника благословенного. Угу. Там дед мой жил. Отец. Так. И я живу. Дом свой. Ну-ну-ну. Семья. Дети малые. Вот привели меня оттуда. В горы жилу смотреть. На месяц. А 2 года держали. А кто ж тебя привел? Звери лютые. Кровопийцы. Ну кто, ты их знаешь? Инженер Шетман. Золото берет большое. Это... Такого на Алтае не было. Из руды, как желтый змей, само ползет. Блестит. Большое берет золотишко. Но и народа переводит. Не посчитаешь. Сбежал? 2 месяца по горам блуждал. Нагнали дьявола. Значит, нужен ты им был, а? Где там нужен? Боятся, что дорогу к руднику выдам. Руду в Китай сплавляют и боятся. Вовек не расплатиться мне с вами. Спасли вы меня. Дорогу к руднику покажешь? И в расчете будем. А? Рискнем?
26. Это они! Скорее бы вперед, Егор Трофимович! Нам только это ущелье проскочить, там дорога есть! Торопись, Егор Трофимович, торопись! А, поймали. Теперь он никуда не уйдет. Эббинг в тылу, мы здесь. И этот алтайский Наполеон в капкане. Держу их. Ладно.
Как же так? Нам помог, а сам... Мы шли на опасное дело. А впереди еще... Вася, идем! Можно не спешить. Мышеловка дохлопнулась. Учитесь, глупец! Это последний путь, который я ему оставил. Ловушка. Рыбак, к пулемету. Ага. Так. Хотел нас поодиночке. Пришлось повозиться, Егор Трофимович. Значит, встретились все-таки. Мы тебя в проводники не зазывали. Ну, показывай дорогу. Где дорога? Это дорога! Вот тебе наш приговор. Перепрыгнешь, живой уйдешь. Прости. Не перепрыгнешь, Бог нас прости. Рыбак, держи конец. Давай. Хватит. Ну. Братцы! Егор Трофимович! Да как же? А? Иван! Купили меня. Душу мою купили. Золото. Много золота обещали. Каюсь, Егор Трофимович. На смерть вел всех вас. На погибель. Трофимович, у меня же ведь дом свой. Семья. Дети малые. Брат, помогите. Придадите! Так. Вот дорога Никодимова нам никак не подходит. А другой нет. Видно, здесь придется лечь костьми. Раз полуночной порою сквозь туман и мрак ехал. Тихо над рекою удалой казань. Черна шапка на бекрень вежу панцири. Пистолет и при колене. Поют. Это их последняя песня. Как говорят русские, как это их песенка будет спета? Когда? Утром. Конечно, если они не найдут другой тропы. Вы опять лезете? Никакой другой тропы не существует.
людей! Догнать их! Бесполезно! Эббинг, уберите флаг! Вы плохо знаете Перекрестного, господа. Он может появиться там, где его никто не ожидает. Смажь веревку мылом, Шетман, и свяжи петлю. Мы туда просунем, Шетман, голову твою. Это по вашему адресу. Рыбак! Огня! Вся! Выхода нет, Егор Трофимович. Без соли мы давно, а теперь мука вся вышла. Долго мы здесь околачиваемся, Егор Трофимович. Как бы не ошибиться. Это единственный выход. Дорога на рудник нам неизвестна. Здесь придется ждать хоть до снегов. По караванным тропам из Китая кто-нибудь должен же идти к ним? Давай! Теперь я тоже знаю! Скорей! Давай! Хорошо, деточка, оставайся.
Слушай, девушку видел? Пожалуйте, пожалуйста. Где она? Зайдите. Где девушка? Тебя заплатили? Спокойно, Шетман. Нас здесь только двое. Каял, где девушка? Девушка. Она ушла. Но если ты заплатишь еще, Каял тебе даст место девушки. Его. Кого? Того, кого вы ищете, или кто ищет вас, он здесь. Перекрестов. И еще три. Раз, два, три. Они в ближнем лесу. Мои люди их не упустят. Мы возьмем их завтра. Нет, сегодня. Сегодня. Много найдется. Мука будет, а мясо уже есть. Вот. Теперь он от нас не уйдет. Он уходил из засады трех отрядов. Здесь только мы. А перед Херр Шульце я отвечаю головой. Thank you.
Кажись, капут. Черт. А? Ты что, ревешь? Боишься? Нет. От обиды. Да тебе и бояться не стыдно. Ты молодой. Жить надо. Жалко. Ну, не надо. Ну, хочешь, спою. Как хочешь. Значит, спою. Сядь на борзого, с тобою едем в дальний край. Будешь счастлива со мною, с другом всюду рай. Наконец-то. Вы поверите, последний месяц я почти не спал. Вы очень боитесь Харшульца? Интересно знать, кто он? Настоящий немец или такой же, как вы? Что вам известно обо мне? Да нет, мне ничего не известно. Я знаю вас как инженера Шетмана. Остается только выяснить, немец ли вы. Это вам обойдется... Зачем стрелять мимо, еще в чужой деревне? Операция продолжается. Так вот, вам остается закончить ее 3 точными выстрелами. Так как прикажете, сюда или сюда? Сюда. И без промаха. Ох, сюда. Очень хорошо. Каял. Перекрестов. Упустили? Куда вы спешите, Пайнгор? Советую вам так же. Операция продолжается. Что? Бежал! Слушай! Золото! Что вы сделали? Он нам больше не нужен. А лучше всех молчат мертвые. Прибавьте это за голову Перекрестова. Кажется, вы не совсем болван. Скорей, к отряду! Мы таких, что вернем. Ничего, нам не пропадешь. Не бойся, я не могу. Ну?
При такой позиции их трудно будет взять. Мы останемся без людей. Ага. Давай. Дерево, видишь? Такое. Ага. Срезанную кору. Угу. Значит, динамит. Попробуем. Стой. Когда инженеры Шетмана соберутся, следите. Ладно. Деревья с точками. Товар есть. Я и двое ребят нуждаемся в помощи. В случае отсутствия в ближайшее время, крышка. Ночь становится темнее. Скрылась луна. Быть каханочка скорее, напади коня. Значит так. План и донесение вместе. Разыщешь Епифанцева. Если будет круто, план уничтожь. Тебя только тут. Проскользнуть. А там уже никого нет. Угу. Короткий путь через перевал, но снежный. Я доберусь. Я знаю. Ты молодец. Пригодится. Ну, путь. Всего счастливо. Следи. Неужели проскочит, а? Он проскочит. Будет молодец. Прости меня, мою жену, забудь в объятиях со мной в блеск яркой луны. Его не сердись, это школьная привычка. Это последний склад. Завтра нечем будет кормить орал. Надо их распустить. Куда же они? Вы еще лезете. Куда? Чертя! Два! На тот свет! Да, эти горшольцы действительно существуют,
Ему бы пора прийти на помощь. Шульце, Шульце, мерзавец ваш Шульце. 5 лет он моими руками горяченький каштан из огня достает. Пишет выговоры, а сам я знаю где. Подлец, отсиживается на явочной квартире. Что вы сделали? Этот бездарный субъект сделал все, чтобы провалить операцию. Но это единственный человек, который связывал нас с Гершульца. Где его теперь буду искать? Его искать не надо. Главный резидент германской разведки на востоке России, Герр Шульце, это я. Эббинг! Да, Герр Шульце. Вы знаете, где тайник номер 3? Да, Герр Шульце. Сколько вам надо времени? 10 минут. Хорошо. Я считаю вас настоящим немцем. Через 12 минут вы приведете его в действие, и со всей этой историей будет покончено. Все ясно. Затем курс на запад, к перевалу. Вы догоните того, кто ушел, если только, конечно, люди Шатмана его упустили. Уничтожите его. Ну, а дальше вы знаете. Знаете? Доложить вам. Только не здесь. Берлин. Груневальд, Кёнигштрассе 7. Пароль? Черные очки. Кстати, они пригодятся вам на перевале. Стоп! Вы проскочите после моего выстрела. У большого дерева группа. Видишь? Вижу. Присмотрись внимательнее. Ладно. Это незаметно. Делайте это незаметно. Капитан, старые школьные привычки иногда может сильно подвести, не правда ли? Да. Только указать нам путь к руднику. Я не понимаю, что вы от меня хотите. И потом, вы не имеете права. Я пленный. Не вам, немцы, говорить о правах военнопленного. Нет, ну как пленный вы у нас были бы в полной безопасности. Если бы мы не могли предъявить вам обвинение в попытке к бегству из плена. А во-вторых, более серьезное обвинение в убийстве моего отца. Помните, Эббинг, смерть Егора Перекрестова мы не простим вам даже 24 года спустя. И если вы чем-нибудь не заслужите снисхождения, то... Я не убивал его. Докажите. Хорошо. Докажу. Как? Я поведу вас туда, где погиб этот... Ваш отец к руднику. Вы поймете, что я здесь ни при чем. Он погиб сам. Этот путь тоже ведет к руднику? Да. А это сам рудник? Да. Ага. А что это за деревья с точками? Деревья с точками? Ну? Не знаю. Это знает тот, кто рисовал этот план. А я не знаю.
Так. Что вы сказали? А, ничего. Смотрите, роща, ручей, все как указал отец. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, как говорят русские. Что, профессор, грузинских пословиц не хватит, а? Роща, ручей есть. А пещера где? Таких мест здесь тысяча. Я ручаюсь, что это здесь. Ручаетесь? Ручаетесь. Могли быть обвалы. Это надо поискать. Разбить лагерь здесь! Вот мой знак. Нам завтра расстаться с тобой. До вечера обследуем весь участок. Но вы боялись. Есть такая немецкая песенка? Есть? Или была? Да. Она спета здесь, на востоке. Партизанами мы это делали. Эббинг не мог не знать этого. Подстроил. Его рук дело. Ильвали, он тоже пострадал. Погиб он. Где он? Исчез. Только что там лежал мертв. Как будто мертв. Смотрите! Что? Эббинг скрылся сюда. Thank you.
Вверх руки. Вперед. Ну. Зашел здесь. Может быть, это он писал? Я и двое ребят нуждаемся в помощи. Нельзя бросать то, за что отец жизнь отдал. Золото? Опять золото. Смотрите. Простите, профессор, но я не вижу здесь золота. Теперь я понимаю, почему вы поехали с нами. Вольфрам? Да, вольфрам. Наконец-то. Вольфрам — это все. Пушки, танки. Самолеты, бронебойная сталь. Твой отец нашел золото, а ты больше храм. Мы найдем все, что нужно для победы. А вот по такому поводу твой народ сказал, если сын отца немного лучше, тогда родине намного лучше. Погибшим во славу родины. Салют! Мы отомстим за отца, за 18-й год и за наши кровавые дни. Первого казачьего мякиша захотели. Кто командир? Я командир. Коммунист? Коммунист. Холера, взять. Умирай спокойно, Егор. Смотри, в рот забью. О, борода, так борода. Старовер, что ли? Старая, не верю. Новая, сердцем принимаю. Возьмите этого дурака. Мы не торопясь, по одному. А ты кто? Здоровый. Казах, что ли? Куда вам, казакам? Рыбак я. Это взять, дочка. Не тронь. Сам уйду. Мы не торопясь. Ну? Алексей Гужинский. Здорово. Сама. Все задание. Господина Шепмана.
ожидании Шетмана. Молодцы! Лихие ребята! А ты? Стой! Егор! Давай сюда, все ясно! Под ноготь! Опять Шетман. Так видишь. На кого же он работает? Не знаю. Знаю, что против нас. Этих допросишь? Нет. Бля... Согласен. С восторгом. Считайте, что золото наше. Солим хавзга, как нас хавсо. Что это значит, Солим? А это по-грузински. Есть у меня жена, да только на том берегу. Ведь карта испорчена. А горы Алтай обширны. Куда это? Карта испорчена. Но у меня появились добавочные данные. Приведите капитана. Что за капитан? Сейчас увидишь. Смотри. Немец в форме? Он ее прятал под длинным плащом. Откуда? Кто он? Он был взят в плен под Смоленском. Бежал. Давно у вас этот крест? За компанию во Франции. Я говорю не об этом, а о том, что у вас на лбу. Это польская компания. Он выглядит старше. Простите, школьная привычка. Да, от нее трудно избавиться. Почему вы бежали из лагеря военнопленных? Я уже объяснял. Я хотел вернуться в ряды германской армии. Для солдата очень похвально. Но для этого нужно было бежать на запад, а не на восток. Я уже объяснял. Я хотел перейти границу Китая, оттуда в Японию. Я думал, так будет лучше. Но ведь Япония от Германии отделяют три океана и два флота. Американский и английский. Я уже объяснял. Я думал найти средства в Японии. Или на Алтае. Я вас не понимаю. Вы вернулись на Алтай спустя 24 года, чтобы... Я никогда не был на Алтае. Для того, чтобы добыть средства. Золото. То золото, которое вы переправляли в Китай... Шульцы, из рудника, известного нам обоим. Нам известно все. Все, кроме пути к руднику. Значит, вам не все известно. Укажите нам этот путь. Может быть, в натуре вам будет легче вспомнить. Мы отправимся туда вместе с вами, господин капитан. Слушаюсь. Беру его с собой в экспедицию. А донесение писал... Начальник отряда. Член рефтройки. Отец. Да. Твой отец. Егор Перекрест. А вот, возможно... Thank you.
донесением найден в 18-м году на убитом подростке в Буденовке. От этого листа пахнет тайной, кровью и приключениями. Опасный для юношества документ. Вы уверены, что никто не вернулся? Уверен. С этим отрядом погиб мой лучший друг. Можно сказать, брат. Кто? Вы о ком? Читай. На этом листе есть донесение. Ревком Епифанцеву. Сообщаю, что, выйдя из Усть-Лагорской станицы, сего 1 июля достиг района местонахождения. Товар есть. Как? Я и двое ребят нуждаемся в помощи. В случае отсутствия в самое ближайшее время крышка. Тут все расплылось, стерлось. Фриц Себин, колонист, лбу шрам крестом. Инженер Шетман. Погибнем август. Август 18-го года. Да-да. Жаль. Подпись командира стерлась, не разберешь. Это призыв о помощи. Но дошло он до нас только 24 года спустя. Все же мы организовали розыск. Ну? Но мы шли, пока эта карта вела нас. Но дальше с половины пути карты испорчены. Пришлось вернуться. Немцы, партизаны, все это звучит сегодняшним, 43-м годом. Но ведь это 18-й год. И Алтай. Нет, дядя, это все по вашей линии. Мы геологи здесь ни при чем. Трудно сказать. Я не на бумагу с партизанским донесением. Да нет, наоборот. Золото? Золото. Аурум, это иностранный анализ какой-то золотой руды. Выпущенный неизвестной лаборатории. 75-100 граммов на тонну руды. С ума сойти можно. Неужели? Жаль, что руда не наша. А почему не наша? Наша. 75-100 граммов. Слушайте, друзья, надо организовать разведку. Вот для этого, профессор, я и пригласил вас. А? Да-да-да. Тот, кто 24 года тому назад погубил твоего отца и его отряд. Раньше срока. В степи дорог много. Куда коня повел, там тебе и путь. А здесь горы. Все тропы наперечет. Значит, изловить нас легче легкого. Петру, пойдете в обход. Сигнал руки вверх. А кто же нас ловить будет? И куда мы путь держим? Все скажу, старик. А пока, ребята, клади оружие. Проверю все гранаты, наганы, винты. После спрашивать буду. Предупреждаю, обижаться поздно будет. Ну ладно.
А куда класть? Давай, давай. Вот, серединку давай. Вот. Ну, а ты? Пожалуйста. Правильно окрестил тебя, Вася. Гармонист ты, а не партизан. И сам ты какой-то разнолапый. Хоть тебя и спрятал! Спокойно. Спокойно, Вася. А, попались.